компьютерной игре Minecraft создали копию Московского музея-заповедника Царицына. Над виртуальной моделью работали команда Высшей школы экономики и 230 энтузиастов из разных городов России. Проектирование шло с 19 июля по 15 августа. Копию делали на основе фотографий и схем. А для более подробного ознакомления участникам проекта провели онлайн-экскурсию по музею. Идея воссоздать Царицына в игре появилась у сотрудников заповедника во время карантина. Они хотели, чтобы все желающие могли гулять по музею даже в режиме самоизоляции. В день открытия онлайн-доступа к виртуальной модели внутри игры провели экскурсии, концерты и лекции. Заповедник Царицына — это дворцовый комплекс, построенный по указу Екатерины II в 18 веке. Его отреставрировали около 20 лет назад, и теперь он работает как музей, где ежегодно проходят десятки выставок и концертов.